Контроль за поставкой коммунальных услуг, организация отдыха жителей, поддержка предпринимательства, развитие дорог местного значения и еще несколько десятков полномочий в уставе Советского района Самары. Главные районные документы одобрили жители на общественных слушаниях, а затем утвердили и депутаты райсовета. Мы вправе выходить законодательно с инициативы определенной, мы вправе вести прием, мы вправе, скажем так, принимать те или иные положения. Самое главное, мы теперь обладаем большими полномочиями в помощи нашему избирателю. Организовать работу на первом, а значит, самом трудном этапе райсоветам помогает городская дума. Работу всех депутатов районных советов мы на сегодняшний день считаем как работу городской думы. То есть, оказывается, методическая помощь на сегодняшний день тем депутатам, проводится обучение. Мы будем говорить на этих обучающих семинарах про полномочия депутатов. В течение месяца в Советском районе создадут конкурсную комиссию из 20 человек, которой предстоит рассмотреть заявки на должность главы районной администрации. Полностью местную власть в районах Самары сформируют до 31 декабря. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.